В администрации Орехово-Зуевского городского округа состоялось первое заседание Совета депутатов. На нем был избран председатель и заместители. На первом же заседании Совета депутатов Орехово-Зуевского городского округа народные избранники рассмотрели и приняли решение по 36 вопросам. Прежде всего, депутаты избрали председателя Совета депутатов городского округа. Им стала Татьяна Ронзина, которая ранее возглавляла представительный орган власти городского округа Орехово-Зуево. Далее народные избранники утвердили структуру Совета депутатов и избрали заместителей председателя, работающих на непостоянной основе. Большинством голосов на эти должности были утверждены Александр Бабаев и Максим Коркин. Депутатом, работающим на постоянной основе, была утверждена Екатерина Артемова. Все, что необходимо для начала работы органов местного самоуправления Орехово-Зуевского городского округа, этот шаг мы сегодня сделали. Вы видите, 36 вопросов сегодня были рассмотрены и приняты на заседании Совета депутатов. 25 депутатов, все абсолютно избранные депутаты присутствовали. Это, я считаю, очень хорошо, потому что важно учесть мнение каждого. В ходе заседания было принято решение о ликвидации Советов депутатов, администрации и управлении городских округов Ликино-Дулево и Орехово-Зуево. Но администрация продолжит работу до конца года. На заседании депутаты утвердили контрольно-счетную палату городского округа, а также ее руководителей. Председателем стала Любовь Кармишкина. И список тех наказов, тех просьб, предложений, он достаточно большой. Ничего не забудем. Это наш принцип работы. Все обращения людей, начиная с маленьких, где надо 2 метра доделать буквально тротуар, все без исключения будут обязательно учтены. Важным решением стало принятие положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Орехово-Зуевского городского округа. Пока полномочия по подписанию и обнародованию нормативных правовых актов возложено на председателя Совета депутатов. В завершении первого заседания депутаты утвердили официальные символы Орехово-Зуевского городского округа – нагрудный знак, удостоверение и кодекс этики депутатов. До утверждения и регистрации символики нового Орехово-Зуевского городского округа в соответствии с действующим законодательством будет использоваться герб и флаг Орехово-Зуева.